здесь. Давай-ка. Суманите. Сумоне. О, Джерину тоже дайте баф. Тыкайте. Там что-то попало за баф, а что сможете попасть. Время не тратить. Спасибо, я здесь все. Есть. Там каску, там что-то какой-то. Лапу еще дайте. И пристабав, все, давайте чек. Тыкните по. Мы уже 15 минут, по-моему, сидим и так еще и не убили этого босса. Минилтор, что там тебе не хватает? Вот, чё, баф, баф, походи. Все, полетели. Дайте там еще что-нибудь тоже. Напуливайте на мыть. Вот, Харет там тебе просто. Вообще, Харет тогда его убить. А, Рогаль, ты не напуливай там. Просил тебя, если что, на трэше там напуливать. Так, этот... Ай, ладно. Блять, уже так чему. Ты Рогаль, если что, напуливай, дайте только еще... на трэше. Дайте еще раз сум, пожалуйста, ребята, Клаймену. Издеваешься, Клаймен? Или уже босса бьем, а ты сум просишь? Клаймен, мы же лича убили. Поезд затащил, да? Да. Вот так и знал, гад. Он все тащит прям. Мелизоне есть уже. Вряд ли ты в кухне будешь, потому что тут у нас Эгидейс будет кое сделать. Но я еще не знаю. Как это будет квест сделать? Смерть, рыцарь, МДК. Он писал, что хочет квест сделать. Это мы тебя встань немножко под босс. Что на нас? Разумайтесь. Так, залупа опять пала, как обычно. Так, давайте сейчас силу гнили, кому надо. Чувствую. Вон, даю ДК. Поезд на ханта надо кому? Медведи коленки ущербные, бля. Посох надо кому? Офспек. Так, и напомни, Варк, какой, какому там надо? Ревут. Все, вижу. Хорошие, блять, роллы у меня. Да ладно. Что там, монитор сотку пытается сломать? Засумоньте Клаймена. Засумоньте. Поставьте лоти шкаф. Чуть про него не забыли. Это ДК, рыцарь. Ты сейчас, тебе квест здесь надо делать, не надо? Да, да. Угу. Ты в кукле когда-нибудь сидел? Давно на варе делал.
Ну, я понял. Ну, в общем, ничего сложного нету. Так, сейчас дайте-ка гляну Дрейда. Что у него там с талантами? Я понял, Клайман, у тебя ободрение вкачано? Да. Спекайся туда. В общем, ДК, если что, по поводу накопишь стаков, я тебе скажу, когда щелкать шестерку, а пока ты пьешь и всех союзников замедляешь. Я потом тебе скажу, что все, можешь там накапливать рагу для своего шлема. И ты, соответственно, накопишь его и щелкнешь шестерочку. А дальше потом будешь замедлять. Окей? Хорошо. Ты главное пей по КД. Не надо уже растягивать и пей. Тебе еще Дрейд будет помогать, он будет тебя хотать и рага у тебя будет появляться. Ты главное пей как бог, без остановки. А Войд ты можешь, пока не знаю, в коте побить. Только не спекайся в танк. Ой, не спекайся в ДД. И все. Винту дайте. Ты ему напиши. Лапы крестобар. Не, лапа есть. Он слышит меня, Войд. Знаешь, что такое делает квест. Так, давайте-ка чек на бафы на готовность. Кому что не хватает, пишите. Маги, дайте, пожалуйста, инту и крестобар. Сейчас самоклейка зайдет. Мы начнем. А мне спекаться в эрдру, да? Да, пока спекнись, будешь хотеть куклу постоянно. Ну, если что, омоложение, военный рост на него кидаешь и все. Больше ничего кидать на него не надо. Поставьте стол маги. Пускай дарит мана, пока попьет. Сейчас у нас пока самоклейка заходит. Да, дайте ману попить. Ой, залей ему ману. Пятая пати, Клаймер. Черепок. Пятая пати кто? А уже залили ману, ему хватит. Так, ладно. Все здесь. Давайте чек на баф на готовность. В лужах не стоим, напоминаю. Просто бафните дух. А, бафните дух, пожалуйста. Пельмени не ловим. И милики тоже с колбами, там смотрите своим ДБМ. Все, сейчас ДК можешь уже пить. ДК, пей. Стол. Пей. Первого не замедляюсь. Шелдока, первого не замедляешь. Да, да. Так, готовимся там зеленого заливать. Пока что стоим, побьем босса, как он выберет таргет цели, уже побежим. Бьем все. Все бьем. Давайте пока не сбегайтесь. Захиливайте там. Добивайте там 100 тысяч. Пижон, подними, пожалуйста, Войдбеста. Войдбест, подними Шивинка. Следующего замедляй. Следующего замедляй. Следующего замедляй. Слышишь, ДК? Следующего замедляй. Молодец. Все, дальше. Шаман, вставай. Сейчас. Дальше можешь уже пить. Он наполняет свой шлем. Давайте бьем. Пельмени там не ловим, РДшки. Готовим сейчас зеленый вверх таргет. Все, бьем. Бьем. Все сбегаются. Пока не сбегайте, стойте.
Все, давайте бьем, добиваем. Дальше всех забегай. Если что, Ленвуд вылетел, красный там будет ехать, что-нибудь придумайте. Я понял. Так, вроде печеньки, подними, пожалуйста, на магов 4-й пати. Маджини, или как там тоник называть? Готовимся облако заливать, ну, вы сейчас его заливаете. Не понял, что ты сказал, бубниш. Замедли его. Медли его, алло. Замедляй, он бегает быстро. Не хватает. Вон, пей, у тебя же лужа. Ёпперсы, давай. Сейчас слизни очень быстро бегают. Там еще что было? 3-6 так. Ничего страшного, то что он, давайте переводите. Все. Пока что сразу не бегите, можете Геру дать, как выберет цель, добьем зеленого и будем бить босса. Все, можете Геру давать. Пока босса. Все, давайте бьем зеленого. Мини там не ловим. Пол там ДК уводи. Да, стоит, но вот я уже походу. Побейте босс. Да я. Там пока смерть кончит. Кончит. Ты смерть. Там мы тебя забери, пожалуйста, босс. Ну заберите кто-нибудь, а? Или ладно. Так. Колба паладина надо. Так, никому. Я бы поносил, если никому. Давай ролите, кто хочет поносить, кто я никогда не носил. Как я носил совет. Завоевателя, кому надо. Ой. Так, слог. Покоритель, кому надо. Сэдли, помнишь, что надо сделать? Я понял. Хотел только попросить ДК. Это смерть, рыцарь, ты оставайся в танке. Два ДК, потанчим мишку. КВшка? Да, сделаем квест. Давайте быстрее там. Вот, запустил. Полчаса успею. Чего, бегите быстрее. Слишком далеко. Так, залейте еще сами ман. Че джели спой гимн ману, а шаман поставь тотем, если все он там подошелся. Давайте прийти там потом со мной. Давайте добивать его.
Че, как падает осколочка? А, сколько? Я уже, честно говоря, даже не считал, сколько я получил. Я уже на автомате получаю, да и все. Так, давайте шипочки со мной, Сова тоже можете пойти. Войт, какой идет нонсет вы для кота? Руки? Так, Дверин, твоя звезда. Руки, руки. Холли, Локи, твой кружочек. Так, Войт, ну ты не сможешь, я понял. Ромбик, пижон. Ты здесь пижон, кстати? Так, с пижона нет, ладно, этот... Давай я ромбик застану. Давай. Да. Все, давайте там, кастуйте. Да. А все заливаем череп. Пока что точечно череп залейте. Точечно. Пуливайте на танк. Потом звезду. Может, тебя уешьте. Тяните кружочек тоже сюда. На каком вихре, я так и не понял. Ну, на волне, на волнаре. А, на вихре вообще отбегает. Ну, вы даже не рады знать, чтобы вас всех не откидывал по разным сторонам. Так, ладно, давай. Звезда. Джелис, можешь кружочек. И кто там третий соглашался? Опа. Ромбик, я уже встану. Кажется, не надо. Добейте этого бомжа. Что не заметил, Токс. Давайте-ка контролься, а третий ты можешь кого угодно. Я понял, большого бейте звезду. Звезду пока что точечно. Точечно. Отпредите. Опуливайте. Потом кружочек зальем. Точечно тоже. Угу. Светодар, ты не точечно бьешься. Так, держите там этот кружочек. Бейте кружочек. Пулис там тоже. Не надо бока давать, тебя так захилят, ты пока танчишь. Может, у тебя сейчас тактики потом будут. Ну вот, видишь, сейчас напало, побежали. Ну, зачем было бок кидать? Таунти, ой, светодар, пока не бей. У кого, кстати, инер от КДша есть, можете рушами залить ванну. Давайте. Танки, можете лететь. Точно зальем звезду, а потом его я. Напуливать там не забывайте. Бейте.
Это ДК, потом спрятаемся там ДД. Ну и тебе это, если что, я не тебе. Так, товарищи АФКшеры, кто там? Светодар, ты здесь? Да я и был здесь, меня убило. Ну давай иди сюда, пну. Сейчас чинюсь, бегу. Ну да. Дадите потом уфобов. За сумму тебе можешь пострелять. Дайра, зачем тебе этот теринаск? Ты эту как его катушку взял? А, ну ладно. Ты там шел марафон бегаешь? Дайте шкаф. Да бегай. И как раз у нас тут какая-то. У нас есть чит. Оп, сейчас должен быть здесь. Запахайте просто, Павла, пожалуйста. Это реги, если что, тоже покупайте, у кого там кончается. И чинитесь, чтобы потом не жаловались, что у вас шнур поломался. Каску по паладинам, крест. Дадим каску на себя. Все. Так, ладно. Напал на меня всех этих двух пидоров. Да, 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 да. Рога, ты здесь? Рога. Так, напуливаешь, если что, Талдерама. По КД. А не Шимба, пока понапуливаешь Воланара на Войда. Все. Воланара? Да. Пошел, хотел Талдерама. Рога есть. Второй хант может тоже помочь Талдерама понапуливать, а потом уже начнете кинетику бить. Кинетика же не сразу появляется. Как Светодар дела? Поднимите кто-нибудь. Это жрать печеньки. Подними, пожалуйста. Могучий эфир. Карл, блядь. Блядь, куда ты отбегаешь? Светодар. Да вроде никого не зацепил. Меня зацепил. Кто? Так, а это кто там у нас покажет? А, это Джиз там стоит. Я думал, блин. Убийца Талдерама. А это Войт уводи. Мелизон уводи. Кинетика. Келисета там бейте. Уйти и хильте там. Все, это рыцарь спешки. Так у босса мало хп было, поэтому они уже начали уешься. Это рыцарь, давай спекайся танка и ДД не спекайся, чтобы следующий класс сделать. Так, сделал тицкий, аут. Так, стукни на хэнта, надо кому? Релогайся. Там сами контролите, кого хотите. Только эти ханты и роги нахуют, не забывайте, не шим отдаю. Раз, надо. Это надо кому? Бис на Лока и на этого. С каких пор на Лока бис? А нет, на Магана, если не ошибаюсь, на. А нет, это с духом. Это на Ардру бис выйдет и все. Да.
ошибкой. Я перепутал с другими рудоком, но... Асизмея. Ладно. Так, ну это вообще не песня на кого, но может надо кому. Или никому не надо, надеюсь. Добивайте там звезду, 500 тысяч. И мага тоже добивать треугольника. Добивайте остальных. Давайте гейм на ману что ли там. Тут тейнер залить, самоклейки. Джерри, он тебя там потом зовет. Он что-то хочет от тебя. Бейте пока звезду точечно. Нет, кидал. То есть. Так, ладно, мыйте с ДК, вы пока первые побежите, вот потом задерев босса, укусите смерть рыцаря, поставлю на него треугольник, его потом укусите. А твоя ДК задача укусить троих человек. Правильно? Все, тогда замечательно. Сейчас Эрот Пиченьки зайдет, Таману... Пока пейте, отпивайте все, что вы хотите, там бафы. Он сделал квест на профи. Да, он сделал квест. Мы те тут. Так, давайте чек на бафы на готовность. Сначала. Ну, что там? Я потом, да? Нет, ты вместе с ДК полетишь. Вот потом возьмем босс. Я ДК посмотрю, как баф будет. То есть кусаем треугольник, да? Да. Так, Клайман, спекнись, пожалуйста, в друида. Дела. У нас тут ДПС не хватает, а мы не хотим нашего уронить, так что давай. Кулак Канту, ну спасибо. И кулак Канту дайте, и Клайман уже можешь спекаться больше. Дайте рыбу. Залейте ему ману. Кто, у кого есть инер, заливайте ему ману. Че, все что ли? Дайте ему хоть пожрать, что ли? Маны дайте. Да все, похуй на ману. Можно. Там гейм зачитаю 4 приста. Да. Да уже все залили. Так, Клайман. Тебя маны хватает, давай, подтверждай чек. Асизмея. Что там с тобой? Ясно, я понял, как дальше, погнали. Уже, а то словит кто-то зеркало за тебя, не сделаешь квест никогда. Два ДКшники, бегите уже. Бегите, бегите. Это было неразумное решение. Так, зеркало он споймал, все, можешь ты забирать ему. ДК, давай сюда к нам. Укусите все ДК. Треугольник. Менил Тор, укусишь ДК. Смешку больше пить.
Фак, там сбегайте, пожалуйста. Готовимся. Тени 2 секунды. 1 секунда, 0. Не шимба. Фактом. Тени, минион Тора. Пока я их хиты завел. Как босс побежит в центр, заранее там убегайте. Ивент, тотем на антифир поставишь и самая клейка тоже потом поставить. Давайте спокойно убегайте. Тени дырка. Панцирь прожмешь и все что. Так, 2 секунды. Фактом. Мишку на хуй, мишку на хуй. Жили с тени. На себя не забудь антифир. Так, давайте пока рассасываемся. Сайтом ДК. Все, бьем дальше. С фактом. А все зиме я там тяну. ДК, ты там одного укусил? А надо будет там стопать дамаг. Фактом. Ему надо еще одного выкусить. Моя блядь. Не, пока бейте. Стоп, ДД. 7 лямок стопнуть. Сейчас стопайте. Стоп, стоп, стоп. Милики стоп. РДДшники все стоп дамаг. Бейте приста пока. Бейте приста. Пока что не бейте. Минитор спой гимна мана. Да ладно, дамаж. Сколько был укус? Еще пока у него там 5 секунд, 6-5. Бейте, стопните. Он может не успеет. Спать там бейте. Все, давай, кусай. Ударь босса еще. Подождите, не бейте его, не бейте. Ему еще босса надо ударить. Он еще бегает, блядь, тоже. Но, дайте ему подойти. Давай, беги и ударь босса. Ударил? Ударил, давайте, добивайте. Все, квест нам засчитал. Шею с мастерством надо кому? Первым дома, да? Клаймин не спекайся больше всего. Так, отдаю Сэдли и Шипе.
ДК там тоже не спека с ВДД, как будет в танке. О, квест. А, ёжи. Шаман, давай бегите сюда к вам. Самоклейка тут. У нас там Рашамов, кажется. Что вы имели в виду? Хорошо. Плечом к плечу. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую звезду все точно бейте, звезду. Бейте звезду другую. Я думал, она всегда справа стоит, но почему-то слева. Молодцы. Бейте все звезду. И дайте гиро шаман. Пусть кого-то убейте, блин. Вот еще звезда. Давайте хитить там. Звезду пока что убейте точно. Чтоб он больше бомжей нам не призвал. Звезду убейте, алло. А те, кто упали, вставайте. Тут у нас уже Ршам упал. Я вот его не вижу. Что-то, блин, я не знаю нахуй. Поднимайте павших там. Всех поднимите. Меня заебашили, кого-то поднимать, блядь. Все сдохли. На, вы давай. Я все вижу. Ну чё, народ, ёбаный рот. Здорово. А, блин, зло, я не увидел вас. Да ты уёбок. Так надо было этому написать Джерриону, он бы тебе принес. Да, Джеррион, открой личку ВРК. Я тебе писал писать мне ВКонтакте или нет? Иди. Я играю без звука, у меня нету оповещений, что что-то приходит в личку. Ты не в оконном режиме, что ли, еще играешь? В оконном режиме, но все равно... Так там высвечивается ВРК? Высвечивается, но типа я не слышу вов, зачем? Я, кстати, желтым фоном не усвечивал ничего, я только сейчас заметил. Я тебе говорю, хочешь это написать, пиши ВКонтакте, там слышно, а тут нихера не слышно. И звони ему постоянно. Так, сдавайте все сюда, пробафаемся, начнем. А ты что, кстати, соскучился по нам? Да так, зашел по пизде, скучно. Есть когда наличать, если вверх? Заебал он с этим личом уже, блядь. Не, я уже убил лича. Охуело. А упал кинжал? А упал кальтас. Блядь. Никакого-то хила, блядь, не захиливают танков нихера вообще.
И лезете туда, блин. Так у нас потому что сама на ФКшу. Сейчас Халка же убьют быстрее, не будем это или что? Они его не убьют. Убьют? А, почему? Он отхилится. Бабочки что ли? Да, давайте бафы там, лапу просто баф дайте. Давайте танки лететь. Летите танки. Сейчас ебану. А что ты, кстати, со своей там подружкой не общаешься? Че ты там со своей подружкой не общаешься? Сэмпой. Я ебу держу. Она тебе не пишет, не звонит. Она мне что-то тоже не пишет. Потому что ты нахуй, наверное, не нужен. Есть, но есть. Откуда ты знаешь? Может, у нас любовь? Может быть. Ну. Я с Арсейки отказал. Ну конечно, у тебя же четвертый размер. Так, тяни до какого-нибудь. А ты все и рейдж, да? Ну да, наши дети. Ты ж не хочешь поиграть? Я? Шаман Геру давай. Правда? Я не трав. Ой, самоклейка. Что там с тобой? Ну, ребят, пойдемте в ОС-25+3. Топ женство. Ну, последний чем забрал. Нет, там спира. После реча отдыхайте, а потом за головой. Мимирон? Нет. Ну, можно считать тебя. Ну конечно, Войт же первый парень на деревне. Это Мишка или Санчик, понял? Хорош. Сложный, первый... да, увечатый. Войт первый парень, кто не по праву забрал голову. Я два раза забирал. Не по праву забрал. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом... Раз забирал. Второй раз тебя пожалели и дали Анрол. Пизди. Кто из нас может называться чемпионом? Блять, попал. Вас не пизду. Да там танчить ничего. Не, я к Серсей эти зайти пойду. Да какой гильдии? Нет, в рейд. В РС 25. А, ну в какой гильдии? Да хуй знает, в адептах, наверное. Ну да, еще и дэмэдж тоже там как-то везде. Копье там все для возьмите, молодцы. Может быть. Кстати, хила спек, а чё, капитанов не было? Чё-то странно, ладно, у кого есть хила спек, по сути? Я до сих пор не в курсе, почему на Орфе выбрана 3-3-5 танчик для Мишки Лича. В курсе или нет? Ну-ка давай расскажи. Потому что он наносит, потому что они дают. Да, наносят до хренища дамаги за бой. Да, они там все наносят, до фигища дамаги. Даже Элема могут 20. Они где-то, ну смотри, если Дегар наносит 1 000 000 дамаги, то Мишка где-то за бой 2-3 нанесет. Больше намного, да. Так, ты про Афу что ли пиздишь или что? Да.
Так, сейчас, секундочку. Свитодер. Завалями он может кливами тоже бить. Свит. Так, у кого еще есть хилоспек? Кроме Халипола. У Ивента. Ивент у тебя есть? Нет. Нету. Ладно, тогда Джейлис остаешься хилишь рейд вместе с этим, с Клайменом, а все остальные хилы будете хилить Вальку. Рошан, ты поводишь комнату? Ладно, в общем, я тебе дал помощника, даю тебе черепок и будешь водить комнату. Все, чек на бафы на готовность. Пижон, так, ладно, в общем, не будет. Дайте лапу, пожалуйста. Язык сломать можно, начинайте. Это усиление магии, там на Вальку тоже киньте. Под большого ОВЕ дайте. Залечите мои раны. Тирею киньте на Валькирию. Нет, это не надо делать. И еще вон, поднимите, пожалуйста, не Шимба, Клайма. Поднимешь? Да, сейчас. Угу, и захи. У меня, если что, есть БР, кто-то другой. Могу место на вечер уступить, если надо кому-то. Пока не надо. Сейчас, возможно, я кикну ШП, потому что он что-то покажет. Чего не писал. Под большого ОВЕ. Лимон, ты тут? Да. Ты черный лимон, что ли? А, ты лимон, я сказал лимон. Я тут! А почему у тебя все персонажи мужского пола? А что? Потому что я транс, блядь. Не, просто... Тролли, блин, долбаные. Не, просто интересно. Со стаками. На вас потом глянуть, как там. Клайман, если у тебя Эйнер не откатился, залей, пожалуйста, Джейлис. Лицо уже по мане садится. Да не надо, я залюсь. Ну хорошо. Аж целых два залили, молодцы. Так, 14 стаков, светодар 18 стаков. Как такое возможно? Залейте еще мага под большого ОВЕ, дайте. Герой. Сейчас дадут. Точно? За всю хить. Паладин, возложение под валик. Джелли сдавает таргет вальку и гимн на хп. Минил торт то же самое. Когда холи локи то же самое. Таргет вальку и захиливай гимном на хп.
Пай, захилишь, ты сейчас сам упадешь в лес. Тя, почему большой бегает? Стоп. А чё так мало захилили? Жесть. Давайте снова в портал, что видите, что я могу еще сказать. Дал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Пижон, подними, пожалуйста, Холли Локи, Минил Тор, потом споешь гимноману. Пижон, подними, пожалуйста, своего напарника ШП. Шо, сагидей. Да маны нету, блин. А уже? Уже появилось. Заливайте подавите. Ну лок, ты как упала. Видите, там Вальку кое съел обилки. Чё, вот я их видел тут. Поддавите или там сливайте. Но хильте, хильте Вальку все. Хильте ее, захиливайте, там немножко осталось. Не надо портала больше летать. Господи. Это, кстати, род печеньки. А ты чего не пошел портал? Я, кстати, тебя что-то не заметил. Ты в портал вообще заходил? Ты не заходил. А что, порезать не надо, своих побежали? Поэтому мы не захилили, да, кстати. Вот так вы и лут получите потом. Поднимайте павших. Так, Сизимия. Вот тут. Так. Ух ты, аж две боешки. Боешка-то одна. Ну ладно, одна боешка и один сорвент. Так, давайте с боешки начнем. Даю ивенту. Сука. Шесть. Давайте сравнит. Дарью Локу. Ступни на танка надо кому? На успех. На офспект, надо кому? На дис. Лок, поставь там, пожалуйста, шкаф. Да самого нем дадут типку. Я уже здесь. А, ну, тогда молодец. Сейчас я тоже спущусь. Можете меня засуманить, чтобы не ждали. И я отойду буквально на 2 минуты. За баночки скажу. Текст. Сейчас ивент запущу. Сука. Тут и не здесь, но нет, все здесь. Ну-ка, пробегите сюда и назад.
Сделайте небольшой марафон. О, все. Я понял, надо центр вообще добежать. Все, я 2 минуты АФК. Побейте, пожалуйста, там без меня. Только не все, пожалуйста, отходите. Так, я его поставлю тоже здесь. Злой, можешь пиздить, что хочешь. Это уже все. Так, я тут.
оттяните его. Погнали все наверх. Тяните его сюда. Это ж не очень дорого слово. Да, смерть, спекай все в танк, а там. Ты босса не танчи, ты чисто будешь ловить дыхание и все. Давайте себе идти. Так, кстати, это подключение подключу. Вот ты мне напишешь или нет? Сделал себе фасшмот. На Мишку сделал фасшмот? Нет. Ну, хули, тогда придется без фасшмота. Тебе не нужен фрошмот. Только я смотря какие хилы. Не важно, какие хилы. Ой, ладно, тебе расскажу тоже. Дека он тоже, по сути, не нужен. Если Войд бы был нормальный, он бы вместо увечья качал бы сюда таланта, и не надо бы фрошмот, но он не качал. Потому что минус 30% от дыхания, оно идет конусно, то есть масло. Так, все здесь? Сейчас. Так, ДК, ты там спекнулся в танк. Так, в общем, хилы. Звезду тоже захиливаем, потому что она здесь будет делать квест, и его будет постепенно прошивать. Так что вы частенько захиливайте и оберегайте, как там, не знаю, как мамы родного или как отца. Не суть. По поводу меток на второй фазе я скажу, какую сторону, какую подбос. Джелис, оставляй зубы на БДК, на звезду. Если что, он не откинул свои копыта. Все. Эта способность на кошку только работает. Не понял, что сказал, но ладно. Способность, которую Джерри он линканул, работает на кошку. На кота она не нужна вообще в талантах. Не знаю, что он там линковал. Не столь важно. У меня нету истерии, как я тебя кину. Все, все готовы. А, нет, стоп. ДК. Все, ДК готов, давайте вниз. Наполивайте на мытью. Пусть сидит на маунте, не бег. Давайте хить.